Сегодня нам в руки попал такой простой предмет из советского времени – тетрадка школьная. Не нужно объяснять, для чего она нам нужна была тогда и сейчас. Но здесь интересно то, что вот задняя страничка разрисована, расчерчена на два таких квадратика. Ну, конечно же, это морской бой. Это самая простейшая, самая доступная игра. Для этого нужна была тетрадка и ручка. И, естественно, половина, наверное, школьников советского периода, наверное, половину своего времени провели за игрой «Морской бой». Но давайте заглянем в наш советский чемодан. И промышленность быстро поняла интерес к этой игре и выпустила свою версию «Морского боя». Стоила она недешево, 3 рубля. Но давайте посмотрим, что внутри. Дело в том, что здесь полный комплект как кораблей, так и так называемых выстрелов. То есть два человека могли схлестнуться в этой баталии, и причем это можно было сделать красиво. А дальше, кстати, произошла оптимизация. Сделали более такой изящный вариант игры. Это тоже вот состоит из двух частей. Вот я вам показывал одну часть. Она стоила немножечко дороже, уже почти 4 рубля. Заглянем внутрь. И здесь уже, видимо, корабли более такие, более такое современное оформление этой игры. Советская промышленность не остановилась на моменте совершенствования игры «Морской бой». И вот этот экземпляр, это лично мой, из моего детства, он уже построен по другому принципу. Корабли устанавливались на игровое поле. Каждый имел 3 корабля, крейсер, эсминец, охотник. Наибольшее количество очков за сбитый крейсер, вот здесь 50. Шарики помещались в слот. Каждый имел 2 выстрела. И, собственно говоря, можно было одновременно сделать 2 выстрела. Просто механический шарик катился по полю и сбивал корабль противника. Очень часто играли лежа. Вот лично я и мой друг, мы по 3-4 часа валялись на полу и видели друг друга, точнее корабли друг друга через перископ. Я помню, как я бежал из школы, даже не переодевая вторую обувь зимой, в кедах бежал, чтобы быстрее добежать. И также мой сосед бежал из другой школы, потому что мы должны были встретиться на поле баталий. И все это продолжалось до того момента, пока в соседнем кинотеатре не появилось электронное чудо. «Морской бой». В нашей версии это торпедная атака, это игра модифицированная для двоих играющих. Но надо сказать, что это чудо появилось в конце 70-х годов. Была выставка проведена в начале 70-х годов в Москве. Некоторая часть экспонатов игровых автоматов были оставлены в советское время. И в принципе на основе западных технологий, но абсолютно уже с начинкой такой советской, оборонная промышленность просто включилась в это дело с большой решительностью. Я могу сказать, что вещь была дорогая. Но кто же считал деньги, потраченные на детей? Вообще стоимость этого аппарата была равносильна примерно стоимости легкового автомобиля. Ну давайте же вспомним этот момент, когда 15 копеек, которые были сэкономлены на обедах, на школьных, и когда в кармане у тебя было таких 3 монетки, это было великое счастье. Вспомним, как это было. Нажимается. Аналоговые звуки, перископ. Вот это ощущение резины, когда прикасаешься сюда, это чудо, это невозможно забыть. И когда приходят к нам посетители, обратите внимание, здесь резина наполнена слезами. Это вот эта мужская ностальгия. И самые брутальные посетители просто здесь тайком пускают слезу, глядя в эту маску.